Директор Одинцовской школы «Надежда» Ксения Махнач с детства мечтала стать учителем истории. Но жизненные обстоятельства сложились так, что образование и работа оказались далеки от планов маленькой Ксюши. Все изменилось после рождения детей. Потом случился Саша. То есть у меня родились двойняшки, один из которых, к сожалению, в последующем получил диагноз аутизм. И мне пришлось полностью поменять всю свою жизнь. Я получила диплом дефектолога и очень-очень много различных образований, связанных с детьми, с особенностями развития. Совместно с сестрой Ксения основала НКО, который помогает детям с ограниченными возможностями здоровья. При поддержке управления образования открыла ресурсный класс в Лесногородской школе. Сейчас она очень перспективная, один из самых лучших в России, именно ресурсный класс по детям с аутизмом. А это проект главы и управления образованием. Вот, там мы занимаемся детьми с особенностями развития, конкретно с аутизмом. В классе обучается 6 детей. Это инклюзивный специализированный проект. В нем используется прикладной анализ поведения, которого нигде в Одинцове больше нет. Позже Ксении предложили стать новым директором школы «Надежда». Образовательное учреждение было открыто еще в 1998 году. Сначала она была с нескольких кабинетов. Это были просто классы в квартирах. То есть это было несколько квартир в обычном доме. Потом появилось это здание. Потом у нас появилось Можайское шоссе, это где Гребневская церковь. Вот. Потом у нас появилось на Сколково, вот в школе «Флагман». Целый, получается, там рекреация. Здесь обучаются абсолютно разные дети, но все они одинаково любят Ксению Сергеевну. Знают, что в любое время можно прийти к ней и поесть вкусных конфет. В ее кабинете много грамот, благодарственных писем, детских рисунков и подарков. У нас есть совершенно потрясающие ребята, которые поступили в МГУ на геофак, да. Есть ребята, которые трудоустроились, есть ребята, которые продолжают свое образование сейчас. Ксения живет работой. Есть домашние заботы, на которые не всегда хватает времени. Но у нее есть поддержка, любимая семья. Сейчас все силы бросила на новый проект, планирует получить еще одно образование, руководит 3 корпусами школы «Надежда». И это еще не все перемены, которые ждут впереди. У нас очень большая радость и счастье. В ближайшее время мы должны переехать в новый корпус. У нашей школы будет свое собственное здание, которое полностью под нас, с доступной средой, с лифтами, с продуманными кабинетами. Это то, чего мы очень ждем, и у нас очень большие планы. Несмотря на то, что жизнь Ксении круто изменилась после рождения детей, сейчас она по-настоящему любит свою работу и не мыслит своей жизни без нее. Ольга Дмитриева, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова».